We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good afternoon. Can you hear me? Добрый день, дамы и господа. Давайте начнем. Да, вы меня слышите? Прошу прощения за то, что мы с опозданием начинаем эту сессию. Нам пришлось координировать наши технические тут вопросы и присутствие участников. Я очень благодарен за то, что могу быть модератором этой панельной дискуссии. Меня зовут Поль Митчелл. Я буду хозяином этой дискуссии. Я с самого начала сделаю небольшое вступление, потом попрошу всех участников взять слово. Я приготовлю также несколько вопросов, на которые ответят наши участники. И в конце мы еще проведем небольшую дискуссию между нашими участниками. Для начала хочу сказать, что цифровая трансформация, она уже является фактом везде по всему миру. И большая часть нашего общества оказалась под влиянием именно цифровизации. У нас большой потенциал, связанный с цифровизацией, но тем не менее мы должны разрабатывать новый потенциал в области цифровизации, цифровой трансформации, строить новый потенциал, строить новые возможности для того, чтобы это пространство было открытым и инклюзивным. Сегодня я надеюсь, что наши участники расскажут нам кое-что об общественной ответственности бизнеса в контексте цифровой трансформации, и они прокомментируют главнейшие вызовы, перед которыми встал весь мир. Давайте начнем с определения. CSR, CSR – это общественная ответственность компании, что означает устойчивое управление технологиями цифровыми и также уважение к правам человека. Но что означает CSR для каждого из наших участников? Какие здесь вызовы появляются в данном контексте? Какие шансы связаны с цифровой трансформацией? Возможно ли вообще регулировать цифровые технологии без замедления их развития? И а если это возможно, тогда каким образом такое правовое регулирование должно вводиться? Попрошу всех членов нашей панельной дискуссии высказаться на протяжении около 3 минут, чтобы обеспечить всем возможность взять слово. А затем попрошу всех просто прокомментировать очень свободно тему нашей панельной дискуссии. Так что сначала попрошу всех приглашенных участников нам представиться. Здравствуйте, Ноэл Куран. Меня зовут Ноэл Куран. Я представляю Европейский союз телерадиовещания. Мы представляем радиовещательные и телевещательные компании 56 стран.
Я ирландец, и у меня опыт работы в государственных и частных компаниях. Здравствуйте. За вступлением меня зовут Джош Ян Клайсон. Я директор в директе по информационному обществу и борьбе с киберпреступностью в Совете Европы. Это организация, в которой находится 47 стран-членов и 5 стран со статусом наблюдателя. И я занимаюсь управлением интернетом, защитой персональных данных, надзором за искусственным интеллектом и киберпреступностью. Это буквально несколько из широкого круга вопросов, которыми я занимаюсь. И спасибо. У меня еще на экране несколько фамилий, но я не знаю, примкнули ли к нам наши эксперты. Пожалуйста, возьмите слово «Здравствуйте». Плюс Люсю Адриан Руиз, я секретарь по вопросам общения, коммуникации Ватикана. Я отвечаю за общение римского папы с миром в интернете и приехал из Рима. Кто еще с нами? Здравствуйте. Миам Бартанг, генеральный директор организации Women Hype, то есть женщины, которые пишут код. Наша организация старается устранить эту цифровую пропасть, которая все время преобладает в наши времена. Хорошо, огромное спасибо. Сейчас давайте перейдем к вопросам. Давайте начнем нашу дискуссию и начнем с Яна. Попрошу вас, Ян, ответить на следующий вопрос. Что для вас означает социальная ответственность компании в цифровом пространстве? Что такое социальная ответственность компании в интернете? Хорошо, спасибо. Я хочу подчеркнуть, что цифровая трансформация может быть невероятным источником потенциала для будущего, может нас подталкивать в правильном направлении, в направлении того мира, который является равным, справедливым, безопасным. Одновременно цифровая трансформация связана с определенными рисками. В рамках нашей организации, то есть Совета Европы, мы продвигаем права человека, их соблюдение и верховенство права и демократию. Что касается защиты персональных данных, цифровая трансформация предлагает большие возможности по обработке данных, но и несет угрозу манипуляции данными и нарушения права на частную жизнь. Киберпреступность – это вопрос, с которым мы сталкиваемся уже лет 20. Давайте не будем забывать о разных родах насилия, насилия над детьми, жестокого обращения с ребенком, рекрутинга детей для нелегальных действий, фальсификации медицинских препаратов и так далее. Мы, законодательная организация, стараемся справляться с этими вызовами при помощи принятия общих юридических стандартов и норм. И наши международные соглашения, когда будут транслироваться на, как бы приниматься отдельными странами, они могут способствовать принятию всеобщему данных стандартов. Конечно, нам необходимо сотрудничество со стороны частного сектора. Социальная ответственность компании
это проявление готовности частного сектора, чтобы принять на себя часть этой ответственности за создание такого пространства, в котором соблюдаются права человека, верховенство права. И я думаю, что именно CSR, социальная ответственность, является просто знаком такой готовности. Те международные соглашения касаются непосредственно частного сектора, в частности, я имею в виду конвенцию о сексуальном насилии над детьми и так далее, многие другие. Я хочу сказать, что мы хотели бы привлечь частный сектор как можно шире. В связи с этим Совет Европы уже несколько лет тому назад установила партнерство. Это было лет 5 тому назад. И это партнерство охватывает 28 ведущих компаний по радио и телевещанию и по телесвязи изо всего мира. Мы охотно будем и в дальнейшем брать слово, комментируя конкретные вопросы. Сейчас попрошу взять слово госпожу Мию Баратанг. Как вы смотрите на этот вопрос? Я уверена, что цели устойчивого развития ООН концентрируются на устойчивом развитии, но также и на благосостоянии нашей планеты. Я имею в виду искоренение бедности, продвижение здравоохранения, права женщин, смягчение последствий изменения климата и многие другие. Это очень хорошая основа и источник руководства для будущего. Мы стараемся менять мир, но мы не делаем достаточно много, чтобы влиять на лидеров изменений, то есть на конкретных людей. Поэтому мы должны концентрироваться и на том, чтобы строить новый потенциал, новые возможности. Для выполнения 17 целей устойчивого развития ООН. И я думаю, что если мы будем работать на эти цели, мы сможем обеспечить благосостояние всего человечества. Развитие цифровых технологий влечет за собой благосостояние общества. Давайте помнить о том, что мы по-прежнему имеем дело с расовыми предрассудками и предрассудками другого характера. Цифровая трансформация, или, иначе говоря, изменение человеческого поведения является нашим главным приоритетом. То есть изменение человеческого поведения должно быть в центре внимания в нашей работе. Я родом из Африки. Это континент, на котором наблюдается большая жажда, связанная с новыми технологиями, с новыми решениями. Очень часто мы говорим о таких компаниях, бюджет которых больше бюджета всей страны, например, страны из Африки. Поэтому мы требуем, чтобы новые технологии и большие предприятия позаботились о том, чтобы мы все могли работать и жить в безопасном мире. Сейчас люди опасаются потерять работу, они не знают, что с ними будет в будущем. А технология не должна быть источником опасений и страха. Она должна образовать, создавать новые возможности, менять человеческую жизнь к лучшему. Как чернокожая женщина, хочу сказать, что главным элементом моей программы является
а предотвращение цифровому исключению является созданием мостов между вот этими пробелами, существующими в сегодняшнем мире. Я думаю, что моя главная задача в настоящее время – это переговоры с большими, крупнейшими технологическими компаниями и привлечение внимания к тому, что мы партнеры, мы клиенты этих компаний. Мы должны также участвовать во всех процессах, которые проходят именно в этих крупнейших компаниях. Если нас не подключат к этим процессам, мы не станем также элементом вот этой цепочки покупок. Давайте будем помнить о том, что в нашем мире все чаще говорят о справедливости. Люди очень часто берут это в свои руки, то есть явная несправедливость не будет приниматься. Даже молодежь повышает свои стандарты, и они все чаще привлекают лидеров к ответственности. Мы это наблюдаем во всем мире. То есть лидеры бизнеса, которые оказывают большое влияние, также привлекаются к ответственности. Так что мы должны все сесть за одним столом и понять, что управление цифровыми технологиями, вот такой саммит, как цифровой саммит ООН и другие международные движения играют огромнейшую роль в принятии решений на тему нашего будущего с вами. Я думаю, что мы можем сейчас сказать, что технологии играют решающую роль в нашей жизни. Но, тем не менее, очень часто за последние месяцы мы реже говорим о том, как получать доход, как развивать экономику, но чаще говорим о том, как можно принимать такие решения, которые будут прозрачными, инклюзивными, и которые будут способствовать благосостоянию всех людей. Я думаю, что именно такой подход окажется эффективным в будущем. Спасибо огромное. И я благодарю. А теперь господин Руис. Спасибо. Социальная ответственность бизнеса – это очень важная тема. Когда-то кто-то сказал, что каждая акция вызывает соответствующую реакцию. Третий за Ньютонов закон. И также происходит в нашей жизни. Каждое действие приводит к последствиям, которые могут быть позитивными или негативными. И это надо подчеркивать, ибо это представляет собой основу социальной ответственности бизнеса. Это тот принцип, который должен применяться во всех контекстах, во всех условиях. Он должен применяться в отношении личностей, но и целых обществ. Итак, мы должны учитывать положительные и отрицательные последствия наших действий. А без этого нам нельзя говорить о настоящем прогрессе, настоящем развитии. Если мы допускаем такую возможность, что часть человечества когда-то будет выселена, перемещена, что мы не будем с ней в достаточной степени считаться, то мы пойдем в никуда. А нельзя забывать, что к таким последствиям приводят многие изменения, с которыми мы сталкиваемся. Итак, мы должны учитывать и возможности, и вызовы. Возможности, которых столь много. Эти возможности
который несет с собой цифровая эпоха. Это возможности, связанные с новыми технологиями, которые всплывают на рынок. Нельзя забывать об этом, что цифровые перемены — это те изменения, которые приводят к созданию огромного потенциала. Это прекрасные мечты. Да, все это прекрасно, но будем помнить о том, что они связаны и с вызовами. Нам нельзя слепо доверяться технологическому развитию. Мы должны также осознавать отрицательные последствия. Нельзя забывать о тех, кто, возможно, потерялись по дороге. Может быть, кто-то о них забыл. Будем помнить о том, что мы можем добиться очень многого. Поэтому мечты у нас должны быть амбициозными и сны великими. Но не можем забывать, что каждое решение и каждое действие обременено последствиями. Сегодня в мире много страданий. Мы видим смерть. В мире много человек, людей, у которых нет доступа к образованию, которые голодают, которые без доступа к здравоохранению, не живут в свободных государствах, приватность которых нарушается, которые не живут в безопасных условиях, у которых нет равного доступа к цифровым технологиям. Отсюда для меня в цифровом мире социальная ответственность обозначает принятие на себя ответственности, взятие на себя ответственности за любые последствия, так положительные, так и отрицательные. И вот эти положительные мы хотим поддерживать, а отрицательных хотим избегать. Мы должны быть ответственными за любые действия, направленные к личностям, к обществам и к миру, который является нашим общим домом. Благодарю вас. Действительно, прекрасная концепция амбициозных мечт и очень важные примечания к действительности. Благодарю вас за это. Перейдем к следующему вопросу, который подтолкнет нашу дискуссию вперед. Думаете ли вы, что возможно регулирование цифровых технологий без одновременного замедления их развития, без торможения их развития? Если да, то что должно регулироваться, каким образом это делать? И как это делать, чтобы решить возможные проблемы, связанные с социальной ответственностью бизнеса? Давайте, может быть, начнем в той же последовательности еще раз. То есть с меня, я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Да, мой ответ на этот вопрос, наверное, да. В той отрасли, в которой я работаю, и это, пожалуй, одна из самых инновационных отраслей, по крайней мере, на протяжении последних 20 лет, мы в этой отрасли реагируем к тенденциям, к потребностям наших получателей, но помним, что мы действуем в пределах определенного урегулирования, которое внедряется, конечно, в нашей отрасли. Я думаю, что мы должны отдать себе отчет в том, и в этом, и мы не хотим никакой ценой тормозить прогресс в цифровых технологиях, потому что эти инновации переходят в огромную выгоду для нашего общества. Инновации приносят очень хорошие последствия, что мы должны осознавать. И этих последствий очень много. А урегулирование нужно, но прежде всего оно должно быть направлено на такие основные ценности, как прозрачность, то есть транспарентность, иначе говоря, или более хорошее понимание мотивов и решений, которые принимаются конкретными цифровыми площадками. Если же говорить о данных, о предоставлении данных, то здесь важно то, чтобы мы
ответили себе на вопрос, например, кто разрабатывает тот алгоритм, который представляет какую-то информацию пользователю, а не другую информацию. То есть, каковы процедуры по принятию решений, как идентифицировать те источники данных, которые действительно добросовестны. Поэтому я думаю, что на самом деле это целый спектр различных вопросов, которые нужно учесть, и многое в этой области уже делается. Мы видим, что проводится обсуждение в этой области. Может быть, оптика этих дебатов в последнее время немножко изменяется. То есть дебаты нацелены на ответственность субъектов, которые действуют в технологическом секторе. Я вижу, что все в большей степени сосредоточиваются на негативном влиянии дезинформации. Это в последнее время особо подчеркивается. Как я сказал, оптика изменяется, и мы это видим на европейском уровне. Вот, если бы подать, к примеру, закон о цифровых услугах или закон о цифровом маркетинге, то мы видим, что на у европейском уровне именно так это видит, но также и переносится на организационный уровень, то есть на уровень конкретных субъектов. И тут организации пытаются сотрудничать друг с другом. Такое сотрудничество ведется между крупнейшими технологическими обществами. И в такой сфере, как то, как выглядят актуальные регулирования, как оно должно изменяться, чтобы обеспечить ситуацию, в которой общественность защищается и обладает доступом к информации, а с другой стороны защищается от негативных последствий некоторых инноваций, связанных с технологиями, которые входят на рынок. Поэтому я думаю, что сознание того, что некоторая доза урегулирования необходима, и мы в данный момент пытаемся разработать детали, узнать, какая регулировка нужна. Но урегулирование может не тормозить развитие, если они будут правильно формироваться. И тогда мы можем не бояться, что урегулирование приведет к торможению инноваций. Пол, к сожалению, я вас не слышу. Извиняюсь, у меня проблемы с микрофоном. Спасибо за эту лепту в нашу дискуссию. А теперь я обращаюсь к Мие. Мия, можете ли вы высказаться по поводу урегулирования? Я согласна с моим предшественником. Мы не можем позволить себе подавить инновацию. Мы не можем подавить созидательность. Я думаю, что регулирование нужно, конечно, по этическим соображениям. Технология же позволяет нам решать жгучие проблемы человечества, которые могут решаться благодаря креативности, инновационности, благодаря возможности проверять и тестировать различные решения, алгоритмы. Но в то же время мы обязаны привести к тому, чтобы наши правительства, органы публичной администрации обеспечили нас архитектурой и инфраструктурой, позволяющими осуществлять соответствующий доступ к данным, чтобы мы могли проводить соответствующие исследования, тестировать соответствующие новые технологии, но и обеспечить людей доступом к интернету так, чтобы они могли пользоваться интернетом на раннем этапе. Сейчас мы распоряжаемся некоторыми инструментами, но они не используются достаточно рано. Технологии позволяют нам, например, жить дольше. Мы сейчас сталкиваемся с пандемией коронавируса, и в это время проводятся широкомасштабные исследования, из которых вытекает, что если урегулирование слишком большое, то теряется смысл и значение всех внедряемых технологий. В чем заключаются сегодняшние вызовы?
Вызов таков, что, к сожалению, у нас наблюдаются огромные расхождения между теми, кто богатые, и теми, кто бедные. С одной стороны, например, богатые страны, с другой – очень бедные. Но, может быть, это тот вопрос, решить который не удастся урегулированием, а, может быть, лучше вмешательством, конкретными действиями, благодаря которым эту ситуацию сможем преодолеть. Конечно, эти действия должны находить свое обоснование в различных исследованиях, проводящихся на разных уровнях, и которые так, чтобы все это привело к повышению качества жизни нас всех. Этика, конечно, чрезвычайно важна, и все мировое сообщество должно тут иметь общие стандарты по этическим вопросам. Но я хочу подчеркнуть еще то, что, конечно, общество, субъекты, создающие технологии, делают то, что им положено делать, они добиваются своих целей, но мы должны также определенным образом уравновешивать эти вопросы. То есть и урегулирование необходимо. Урегулирование изменяется со временем так, чтобы наши стандарты и нормы были совместимыми с действительностью, которая нас окружает. Ибо технология и человеческая жизнь неразрывно сплетены друг с другом в данный момент. Мы должны привести к тому, чтобы технология способствовала повышению благополучия человечества. Спасибо вам. И я благодарен. А я бы хотел тут прийти к вопросу самоурегулирования. Это зачастую такой вопрос, который появляется как альтернатив к самому урегулированию. Касательно сферы новых технологий, то самоурегулирование может стать дополнительным инструментом, но недостаточным таковое. Вот это видим в ситуации пандемии коронавируса. Мы ведь встречаемся онлайн. С одной стороны, это возможно благодаря технологии, то есть это нечто положительное, но показывает также и ограничения, связанные с этой ситуацией. И это очевидно, что искусственный интеллект имеет много положительных последствий. Например, он ускоряет разработку прививок. И я думаю, что вот, например, процессы машинного обучения или анализа данных ускоряют этот процесс. И благодаря этому, помимо прочего, удалось так быстро ввести и предоставить на рынке новые вакцины гораздо быстрее, чем это могло бы случиться хотя бы 10 лет назад. Что касается пандемии, то здесь искусственный интеллект все еще играет некоторую роль с точки зрения поляризации наших обществ, потому что, например, некоторая информация приводится конкретным образом в соцсетях. Существуют определенные алгоритмы, которые приводят к созданию таких информационных пузырей, в которых мы замкнуты, и поэтому мы должны пытаться к созданию более демократических дебатов с использованием, с привлечением различных групп интересов. Но вопрос касается отношения между урегулированием и инновациями. Я думаю, что это взаимосвязанные элементы. Еще раз вернемся к фармацевтической отрасли. Это одна из тех отраслей, в которых действуют самые строгие регулировки в мире. Но еще раз я прибегу к прививкам. Мы видим, насколько инновационен этот сектор. Но тут урегулирование не подавило ничего, зато позволило справиться с этой сложной проблемой. Итак, самоурегулирование и этические стандарты могут оказаться очень полезными источником прогресса, но не наделяют пользователей никакими правами, так что, следовательно, не порождают никакие обязательства на стороне общества. А очень часто также и не решают проблем, если что-то начинает портиться. Итак,
Урегулирование важно. Создавая урегулирование, стоит обеспечить сотрудничество, например, между правительством и представителями отрасли, вот как, например, в случае фармацевтической отрасли. И это может повысить качество этого процесса, но само по себе не является гарантией качества или гарантией найти подходящее решение. Но что еще важное, это то, что урегулирование обеспечивает равные условия для всех участников рынка. В случае самоурегулирования некоторые организации могут подходить к определенным вещам более строго, чем другие. Урегулирование, внушенное сверху, делает его таким же для всех, особенно в случае международного урегулирования. И тут создается очень справедливая система, которая позволяет всем субъектам функционировать на одних и тех же условиях. Касательно искусственного интеллекта, здесь Совет Европы недавно завершил работы по, пожалуй, первому мировому договору об искусственном интеллекте, и переговоры по этому документу начнутся в начале следующего года. Сейчас проводятся еще последние работы, и в эти работы вовлечены государства-члены вместе с представителями отрасли и гражданского общества. Так что мы видим тут многосторонний подход, так же, как и на форуме по управлению интернетом. Поэтому я могу иметь надежды, что процесс пойдет прозрачно, приведет к выработке решений, а пользователи станут тут не предметами, а субъектами с определенными правами в этом процессе. Спасибо большое. Это замечательное введение в очередной этап нашей дискуссии на тему взаимоотношений между бизнес-развитием, тем, как предприятия могут принимать решения о самоурегулировании и как мы можем предлагать различные этические стандарты, которые будут взаимосвязаны на глобальном уровне. И мы знаем, что экосистема, в которой мы с вами живем, имеет очень много различий. Так что я открыт к голосам остальных участников нашей дискуссии. Очень коротко хочу прокомментировать сказанное. Давайте вернемся к тому, что раньше сказала Мия. А именно, речь пошла о том, что предприятия начинают отдавать себе отчет в том, что внедрение именно такой политики, политики социальной ответственности бизнеса, приносит определенную пользу. Мы знаем, что это такие принципы политики, которые соответствуют нашим ценностям. Они становятся все более важными для молодых пользователей интернета. Я согласен с тем, что сказала Мия, а именно, что СМИ слишком сильно фокусируются на белых пользователях, белокожих мужчинах. И растет осведомленность того, что мы должны по-другому принимать решения в бизнесе. И много будет зависеть от того, как будут представители бизнеса принимать свои решения, будут ли они вводить саморегулирование. Саморегулирование имеет определенную роль в разных сферах деятельности СМИ. Но вот мой опыт показывает, что в тех компаниях саморегулирование недостаточно. Они просто не были проверены жизнью. Я был участником экспертной группы по дезинформации, по фальшивой информации, и мы должны давать себе отчет в том, что крупнейшие компании должны иметь регулирование, идущее сверху, то есть от государств, чтобы они захотели
выполнять определенные элементы. То есть нам необходимо соглашение по продвижению разнообразия, по регулированию цифрового пространства, по возможности и практическим эффективным образом. Спасибо. Монсеньор Руис, вы хотели бы прокомментировать то, о чем мы говорим? Да. Пожалуйста, я хочу вернуться к тому, что было раньше сказано о регулировании. Я думаю, что очень важным является следующий момент. Мы должны продвигать услуги в цифровом пространстве и регулировать их. Одно не противоречит другому. То есть продвижение и регулирование оба необходимы для того, чтобы наметить путь развития на будущее. Мне кажется, что все мы прекрасно осознаем, что контроль над тем, что могло бы пойти не так, важен для всех. И именно такую цель преследует регулирование цифровых услуг. Эффективное регулирование продвигает такие действия, которые идут в правильном направлении. Это позволяет нам развиваться и идти по такому пути, который будет более справедливым, учитывающим потребности всех людей в мире. Мы должны позаботиться о том, чтобы у всех был такой же доступ к технологиям. По-прежнему у многих в мире нет доступа к новым технологиям. Их потребности не могут быть удовлетворены. Очень важно помнить, чтобы мы работали вместе, потому что только таким образом мы сможем развиваться как общество, как человечество, и можем образовать такое пространство, которое будет лучше и более, будет более справедливым для всех. Мы вас не слышим, Пол. Да, вот я думаю, есть ли у вас какие-нибудь размышления по поводу роли стандартов и стандартизации? Это просто такой открытый вопрос ко всем. Ну, никто тут не поднимает руку. Так что я скажу по-другому. Мы говорили о том, как можно определить общественную ответственность компании в цифровом пространстве. Мы говорили о саморегулировании, а также о более формальном регулировании, что мы говорили о том, что оба вида регулирования необходимы. И вот, пожалуйста, большая просьба прокомментировать вот эти два вида регулирования, то есть саморегулирование и регулирование, которое исходит от государств и международных организаций. Да, что касается стран-членов Совета Европы, я скажу следующее. Вот ключевую роль играет то, как технологии влияют на основные права человека или на верховенство права, или на демократию. Приведу пример. Примером могут быть механизмы искусственного интеллекта, а именно, когда правительство данного государства пользуется искусственным интеллектом, например, правоохранительные органы используют искусственный интеллект для выявления преступников, мы видим необходимость, чтобы выходить
за рамки саморегулирования. В этом пространстве нам необходимо необходимо регулирование, идущее сверху вниз. Но вот в музыкальной индустрии тут дела обстоят по-другому. Тут саморегулирование, возможно, является достаточным. И вот централизированное саморегулирование, возможно, не так уж необходимо. Но вот самое главное – это то, с какой целью используются новые технологии, и в частности, как правительства разных стран используют такие технологии. И в частности, в такой сфере, где вот частные компании используют цифровые технологии, потенциально влияющие существенным образом на права граждан. И очень важно принимать более формальное регулирование. Вот это мое восприятие. Я здесь вижу вот эту точку отсчета. Конечно, саморегулирование может вдохновлять других, но оно не обеспечивает достаточную защиту граждан. Спасибо огромное. Я думаю, что у нас осталось еще несколько минут. Это хорошая возможность, чтобы вы рассказали о том, что вы планируете сделать в будущем. Возможно, вы хотите поделиться тем вашими профессиональными планами на будущее. Мия, давайте начнем с вас. Я смотрю на новые технологии, появляющиеся в нашем кругозоре, и они связаны со здоровьем населения. Большинство женщин пользуются цифровыми технологиями, но они не являются разработчиками этих технологий. С чем это связано? Я думаю, что женщины и вот молодежь, они настолько интересуются новыми технологиями, что они не всегда думают о последствиях технологий, о которых не говорится вот открытым образом. Мы будем стараться наблюдать за последствиями новых технологий, в частности, в области здоровья женщин, эмоционального здоровья женщин и молодежи. И хочу также заботиться о том, что права женщин соблюдаются, что идея прав женщин распространяется, что многие технологии способствует продвижению прав женщин. Я надеюсь, что разработчики новых технологий, возможно, они не всегда осознанно применяют дискриминацию. Они, по всей вероятности, просто не совсем понимают, что они могут дискриминировать женщин при разработке новых технологий. Ну, мы не хотим, чтобы наша история повторялась, чтобы не было так, что вот одни и те же группы исключаются, как это было и в прошлом. Господин Луи Руис, вам слово. Это большой вызов. Как можно продвигать инклюзивные и разнообразные технологии? Я думаю, что тут образование и обучение являются ключом к успеху. И к этому надо подключить личную ответственность, которая является фундаментом общественной ответственности. Потому что, когда мы продвигаем свободу, мы должны отдавать себе отчет в том, какую пользу дает нам цифровая культура. Это просто изумительно, но мы должны также подчеркивать этические ценности, важность человеческого достоинства человека как личности. Мы должны бороться за прозрачность технологий, чтобы мы знали, какие у нас права, и
Что касается наших обязанностей или наших обязательств, давайте я назову три элемента. Во-первых, мы стараемся все лучше понимать, что такое на самом деле инклюзивные и разнообразные инновации, какую роль играют появляющиеся новые технологии. Мы хотим это понять, чтобы делиться этими технологиями с людьми во всем мире. Второй момент – это обучение по применению цифровых технологий, чтобы мы могли использовать именно эти технологии на благо человеческого достоинства, достоинства личности. И вот третий элемент – это необходимость работы, командной работы, чтобы мы вместе прилагали усилия для разработки этического пути развития технологий. Ноэл, три момента. Во-первых, мы хотим вкладывать капитал в инновационные решения. Наш департамент по технологиям и инновациям в настоящее время занимается именно внедрением очень многих инновационных цифровых услуг. Мы, например, разрабатываем механизмы идентификации фейковых новостей. Мы будем также прилагать усилия для разработки других решений. Мы хотели бы также разрабатывать достоверные источники информации и новостей. Мы хотели бы продвигать проверку фактов, так называемый факт-чекинг в работе журналистов. Мы хотели бы продвигать стандарты журналистской работы. Сейчас не хватает доверия к журналистам. Мы хотели бы продвигать такие инициативы в рамках СМИ и журналистские проекты в сотрудничестве с журналистами BBC. Также хотели бы лоббировать за изменения в законодательстве, чтобы мы правильным образом управляли интернетом и цифровой сферой. Мы действительно будем лоббировать именно в этой сфере, в Брюсселе и на международном уровне. Так что для нас это три главных вызова, три главных вопроса. То, чем мы будем заниматься в ближайшем будущем. И вот, Ян, вам слово в конце. Огромное спасибо. Как я раньше сказал, мы будем начинать переговоры по новым законодательно-правовым рамкам. Я надеюсь, что появится первый договор об искусственном интеллекте в Совете Европы. Мы будем по-прежнему продвигать идеи верховенства права, прав человека, демократии. И мы начали уже работу, связанную с конкретными стандартами, юридическими стандартами, правовыми стандартами по применению искусственного интеллекта. Я имею в виду, например, автономные машины. Мы будем разрабатывать правовые стандарты в этой области и также будем думать о том, как влияют цифровые технологии на свободу слова. Так что это в общих чертах наши планы на будущее. Огромное спасибо всем участникам за ваше участие. Мы сумели уложиться во время и желаю вам успешного участия в нашем саммите ИГФ ООН. Спасибо большое.